Такой прекрасный человек трогает прекрасную резину. Оп, оп, кач. Раз, ручкой, два ручкой. Залетел к ребятам поменять резину. Сейчас расскажу вам интересных новостей. Короче, был прикольный момент сегодня. Я находился в кафешке и продумывал историю, ну, то есть, что можно было бы сделать с машиной для того, чтобы выехать из минуты 28 на бикерах на зелененькое M3 Competition. Ну, в рамках именно стоковой комплектации, именно стокового, ну, стоковой настройки в целом машины. Ну, и, короче, сижу, что-то. Смотрю, пацаны проходят такие вот молодые, там, не знаю, лет там 12, может быть, 13. И такие подходят к машине, там что-то шароёшкаются. И начинают там фоткать ее, фоткают такие, ходят такие, все такие. Короче, встретил местных карспотеров, и когда уже пошел в машину, мы немножко вместе прокатились. Ну, то есть, ребята сели ко мне в тачку, я их там катнул по нескольким квартальчикам. Пожужжали по городу, вот, и обменялись контактами. И пацаны были довольны. Поделюсь информацией, в которой пришел и в каком сетапе поеду в следующую тренировку. Машина будет находиться также полностью в стоке. Эти старые колодки Ferrado будут заменены на новые Энглсы. О, смотрите, колодок вообще нет. Они просто вон сыпятся все. Это практически металл. Нормально. То есть буквально на данном сетапе на этих колодках было проехано всего две тренировки. Диски вроде выглядят неплохо, но уже внутренняя сторона, она немножко трескается. Соответственно, я думаю, через вот эту тренировку диски тоже уже пойдут подутили. Итак, перемещаемся к Паше. Заехал в гости. Паша всегда такая прикольная атмосфера. Куча разных интересных автомобилей. Porsche, вон М6, М3, Мерсик красивый. Кайф. М3 еще одна. И малышка стоит. Damn, what is that, bro? Класс. Гляньте, как красиво, вообще просто очень красиво в сравнении выглядит тормозной диск. Вон там просвечивают синие колодки. Сейчас я пропихну. Чувствуете разницу? Да, просто здесь сколько? 10 миллиметров больше, сантик, больше сантика, 15. А там еле-еле миллиметр был. Круто. Ну что? В предыдущем видео я говорил, что колодки будут поменены, что оставим старые диски, но я полагаю, что было бы более безопасно все-таки при уже таких трещинах поменять диски, потому что сегодня я собираюсь сделать очень крутое время на трассе. Не знаю, получится, не получится, но настрой боевой, и хочется выжать максимум и наконец-таки закрыть этот сюжет хорошим кругом. Вот, и так удовлетвориться и в зимнюю спячку уйти с хорошим настроением. А еще из такого прикольного, мне нравится, что вот в этой машине у нее такие вот есть синие пластмассинки в фарах стоят, и когда ты ставишь колодки от Endless, они прям синие. Выглядит очень-очень романтично, на самом деле. Круто. Такие мелочи в деталях, они, конечно, создают атмосферу. Кайф. Ладно, все, перемещаемся на трассу. Гонок без фастфуда не бывает, вы это знаете, да?
страшно было лицезреть тренировки старта на мокром покрытии. Ребята специально налили водички для того, чтобы тренировать стартики, записать данные и перед ребилдом мотора и коробки сдать на завод данные данных стартов. Так, я получил датчик, сейчас поставлю. И, по-моему, я вижу, что кто-то подъезжает. А ну-ка. Ну, я должен еще раз сказать, я с Тамарой езжу парой. Да. Здорово. Я теперь тоже. Да? Блогер, да. О, красавчик. Смотри, хоп. Огонь. Бомба. Конечно, в мое время, когда я устраивал трек-дэй, так много крутых тачек не было. Очень круто. Каждый раз все больше и больше каких-то козырных машин. Еще один GT3. Просто солнышко. Ай, какая лялька красивая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень круто. Pilot Sport 2. Ага. Козырный. Пацаны датчик ставят. Что делаете? Ставим транспондер. Ну что? Выезжаем на трассу. Так как стоят новые тормозные диски, передние и колодки, полный сет, то необходимо все это прикатать. Нельзя просто так выезжать на трассу без прикатки и газовать на максимум. Вот, и сейчас постараюсь сделать разгоны до 100 км в час торможения, где-то до 50-40, и потом немножко остудиться, и дальше разгон там уже до 140 км в час и торможение там до 50. Остужусь хорошенько, и третий подход уже будет полноценный разгон и торможение, и кружка 3, наверное, закатаю тормоза полностью, постараюсь их остудить для того, чтобы диски, колодки приняли свою химическую форму правильную. Красиво. Прогрет по своей технологии, которую помню еще с каких-то гоночных времен. Потом закатил 3 кружочка аккуратно, медленно. Остудил полностью тормоза. И следующий выезд, я думаю, уже будет как раз-таки на битье минуты 28. Интересно, конечно, интересно. Сколько это реально? На стоковой машине в бикерниках. Сейчас надо глянуть, какой референс вообще в целом. Ага, минуту 27.8 это Поршек. А я, кстати, забыл, какой у меня был датчик. Организатор, а какой датчик у меня был? Сейчас тебе скажу. 211. Спасибо. Ты пока не едешь. Не, я прикатывал сейчас тормоза. Подожди, а синие это что? Это Эндлсы MX-72. Но они город-трасса, они прям не трасса. Не скрипят? Не знаю, они новые. Когда уедешь, тогда узнаешь. Да-да-да, когда уже домой поеду, тогда я скажу.
ресторан приехал на М-ке, блин, такой... А у меня знакомые сидели, меня ждали, они говорят, блядь, пипец, на машину заработал, на нормальные тормоза нет. Я такой, блядь, это самые дорогие колодки, блядь, еще 200 евро. Ну да, блин, так и есть гоночная машина. Все, ой, блин, мандраж чуть-чуть. Почему? Ну, новые, ну не, я потому что сегодня приехал с целью. С целью? Да. Он тебе сказал. Было бы прохладнее, цель была бы легче достижима. Ну вот надо чуть-чуть дождаться. Сойдет температура. Когда дождусь, я уже ничего видеть не буду. Сумер то самое такое. Я только закатил. Я так и понял, короче, ты колодки притирал, да? Хорошо. Притер, остудил. Короче, да. Что будете делать, пацаны? Кататься. Меня катают. Что ты сказал? Какое право ты имел меня снимать? Ты попадешь в блок. Красиво, очень красиво. Ну, сколько прошел? Что? Сколько заехал? 1.3177. А было? 1.3250. Красавчик, красавчик, вообще хорошо. Вот сейчас видео, тогда легче понимать, где я, ну, взял я в кулак и проехал. Ну, понятно, у тебя будет референс, ты сможешь посмотреть и там сопоставить мой видос, например, и сравнить, как мы едем, например. Я твой видос пересматривал много раз. Да? Да. Ну, понять. Ну, вот как ты едешь, как ты заезжаешь. Ну, любой высокоскоростной поворот. Да. Ты его пытаешься в газку чуть-чуть, чтобы жопа как бы придавливалась, или особо это тут не влияет? Слушай, мысль хорошая, но на этот поворот я очень коварно тебе рассказывать, как его ехать, потому что я еду тупо по ощущениям. Вот я все. Захожу, у меня есть референс. А второй? У меня есть просто референс 180 км в час, ну, то есть, когда уже подходишь к поребрику, да, и, соответственно, я стараюсь вот по ощущениям его держать, да. Конечно, хорошо было бы немножко в натяге, тогда было бы лучше держать. Но, я думаю, заморачиваться не надо, просто пробуй, да, ну, то есть, его заменеджить быстро просто этот поворот. А второй поворот, слушай, ну, его можно на полном газу, на твоей машине нельзя на полном газу. У тебя плюс 200 коней, да. На этой ты проходишь на изи прям, ты заходишь на полном газу. Я там еду 160. Ты 200, 200, да. Ты ждали пролить? А? Ты ждали пролить? Да, я пролил, да. Вот я поэтому спрашивал датчик, у меня первое время, минута 21, видишь? Ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Вы можете как? Ладно, не урчи, сейчас разберемся. 27. Да я только тормоза закатывал сейчас. Вот вопрос. Ты едешь 200, я еду 160. Я на 160, мне кажется, что когда я получаю эту G-нагрузку, вот я знаю, когда ее развернет. Я только могу понять, когда я чувствую, как резина начинает... Все верно, только вот так и почувствуешь. Смотри, ты постарайся позже отпустить газ. Вот ты привык, например, в одном месте отпускать. Да. Теперь на 10 метров позже. Проедь 170, да. Почувствуй, если она хорошо держится, да? Ну, то есть тогда попробуй 180. Почувствуй, если плохо, ну, бля. Но честно, она так и работает, ну, по-другому никак, реально. Но смотри, на вот этой машине газ в пол проходишь вот прям на как есть. Если все хорошо сложилось, газ в пол. Поставь себе референс 180. Все, и старайся прийти к 180. Сейчас вообще какое-то чудо-юдо. Я, блядь, вылетаю отсюда, а он там просто еле тащится. Так нельзя, да, вот как он. Остывает, фу, ребята, что у меня перед выездом? Мандражик. Ну-ка. Эдик. Ага. Ну что, давайте в бой. Что за философия? Ты едешь или как? Так я же прогревался. Ну да, я понял. Ну вот сейчас поймем. Но ощущение есть какое-то? Да хер его знает. Вот не знаю. Нет опыта связи, не чувствуешь такой? Не, сейчас посмотрим, короче, сейчас увидим. Ну давай. Фу.
было жестко. Так, смотрим. Время. 211. Вау, блядь! Хорош! Просто! Вау! На стоке! Найс! Угу. Я выхожу с поворота в полный газ, и я вижу, что машины, и я понимаю, что я прям в жопу лечу. Макс приехал, Максу надо сказать. Ну, зацеп есть? Фу, есть? Есть. А, тут же капли, да? Да. Хорошо, да? 26 поедет. 26 поедет. То есть там бы ты 24 бы проехал. Все, ну не, ну куда? Ой. Ну, кап 2 сразу дает, да? Бля, ощущение другое совсем. Ну, я по такой же, как бы. Совсем тем другое более, ощущение. Поставил. Ну, я могу сказать, что это колеса того стоит. Ну, это, ну. Костя, ну что, нормально все? Ну, едет. Ну, ты на эрах сделал, да, лучше? Ну, чувствуется разница? Колоссальная. Колоссальная. Тем более, это со звездочкой, да, которая... Ну, ну да, эти со звездой. Правильно, со звездочкой, да, которые, эти со звездой. Которые да. Именно самые быстрые. Я все пропустил. Самое интересное. Все, видишь, как бы два круга и гайбовая. Ну не, не так страшно ну, еще. Так. А, ну не, кстати, реально, еще один выезд и все. Еще один выезд, еще? Я всякий говорил. Да. Сколько ты кругов сделал? Четыре. Ну, где убавеньки хватает? На два круга не хватает. Ну как бы, ну что, в этой инструкции это по трассе, и там указаны такие сеттинги, сагазы. Полторы пока что, ну если по временам полторы пока что. Ну все равно, из 25, грубо говоря, ты можешь дернуть на твоей машине, если я поставлю нормальные колеса, потому что у меня еще плыла машина, блядь, в повороте. Я еле собрал. Да? Ты не сбежи, не надо. Не, ну просто. Есть у меня одна идея. Еще одна теория. Погнали. Маленький сетапчик вот такой. На самом деле
Michelin Pilot Sport Cup 2R, именно модель, которая R-очка со звездочкой, самая-самая мягкая, которая у них компаунд, состав резины. Это пушка, это просто космос. Машина себя вела вот очень близко к слипу, именно когда я первый раз выехал. То есть я мог колоссальные вещи творить в повороте, поздно тормозить достаточно, на полуспортивных колодках причем, и на железе, да, собственно говоря, а не на керамике. Ну и прохождение поворота совсем другое, реально. Ну то есть держак очень крутой. Но, как и оказалось, Pilot Sport Cup 2R резина реально, так как и обсуждали, она вот работает чисто один заезд. И если посмотреть по факту, то она реально отработала всего лишь там 3 круга. Сейчас гляну, какое было время. То есть я даже не приблизился. Офигеть. Я даже не приблизился во втором, в третьем, точнее, уже выезде. Вот так вот. Вот так. Фу. Круто. Очень классное ощущение. Ну не, это резина на один выезд, Эдик. Все. Она больше уже не держится. Ну как она не держится? Все, вот просто не держится. Я тебе могу сейчас онборд показать, где я 3 раза чуть не разбил тачку. Я 1 раз чуть не разбил. Вот прям один раз на мостике прям в камне, потом в камне где-то там, я уже не помню. Я прям выжимал, и я просто улетал в камни. Будем знать, что на моей уже пройти 25. Пока не попробуешь, не узнаешь. В таком сетапе, конечно, поедешь. Плюс керамика, считай, плюс нормальные покрышки. Да, я один раз собрал ее тоже, еле собрал. Смотри, я вычудил. Это что сейчас будет? Ну, это я на чем я закончил. А, подожди, это твои там были черные? А, нет, и здесь. Мои, смотри. Подожди. Когда ты съезжаешь уже. Вот здесь, на выезде. Во-во-во, тут, да. Во-во-во, это вот твои это... были, да? Да-да-да. Это я одним колесиком цепанул. После возьму? Да-да-да. Вот сейчас вот. Ой, блин! Ой. Мастерство не пропьешь. А как так? Да, я всеми колесами, причем 3 колесами я был на трассе. Охренеть. На камне, вот. Я не понимаю. Бля, там бетон прям вот. Да ты прям в бетон смотришь. Не, ну я понимал, что сейчас у него большой инерции не будет в первом качке. Первый качок же он легкий такой. Я выставил ее, потом выставил второй раз, нажал на тормоз, и все, она встала. Привет. Что скажешь, покрышки, ты почувствовал разницу между кап и кап? Я уже рассказал в тачке, пока ехал. Ну, типа, ты вот едешь, и ты ощущаешь, что ты почти на слике. Вот почти на слике. И знаешь, в чем прикол? Вот я не 4 круга проехал, я проехал, оказывается, 2 круга всего, и это, ну, все. Да. Максимум еще круг 2, и все. Да. Типа чисто вот квал сделать, и все, и менять колеса. Повезло, что еще никто не мешал. Так бы так помешал, знаешь, не получилось, второй не получилось, и покрышки кончились. Да, блин. Ну, круто, круто. Время, конечно... Сток. Ну, покрышки решают сильно, конечно, скилл сильно решает, но, блин, 26,6 на стоковой тачке, это... Ну, секунду дала покрышка, реально. Секунду дала покрышка. Ну, типа, на простых капах, во-вторых, я бы заехал в 27,6, если я на юзанных 28,1 сделал. Прошлый заезд, да, ну, то есть, то на новых я бы стабильно тоже бахнул. Ну, да. Кружочек на полсекундочки быстрее чисто. А так вот, да, кап 2R против кап 2, 1 секунда.